Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд обычной базы Нина, для которой понадобится одна сишка и штук 6-8 обычных топоров примерно. Взрывать можно сразу вот здесь, тут в ряд стоят около 6 или 7 ящиков. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7 ящиков. Ну и плюс станки, если хотите их ломать. Готово. Все ящики я открыл. В этой части базы ящиков никаких нету, поэтому туда ломиться нету смысла. Так, давайте смотреть. Тут изоленту, камни заберу. Это, кстати, у меня украли. Так, тут можно сет переобуть. У меня как раз красный. Больше ничего. Здесь воду, бензин, изоленту, кожу. Так, тут слитки обязательно заберу, доски, металлолом, дубовые доски, руду, бревна, ну и камни тоже заберу. Так, следующий ящик, опа, М-ка. Так, М-ку сюда, пистолет ему обратно. Ну, можно мясо, в принципе, взять. Так, тут бензин еще я забрал, получается. Так, камни я положу. Нет, я лучше каменные блоки положу. Потому что каменных блоков у меня очень много в свое время сделал. А вот камней у меня мало. Даже на почте не особо много осталось. Так, микросхему, красный талон заберу. И последний ящик. Тут фильтры. Пускай будет вот так. Здесь пусто. Верстак тоже пусто. Так, давайте я вам тут сломаю, еще покажу, что тут реально ничего нет, чтобы потом мне не писали мне в комментариях, ты не сломал стенку, не показал, что в этой части. Вот, видите, тут, ну, хотя плавильню, можете вы придраться к этому. Давайте я ее тоже сломаю. Пустая. А эту я не успею сломать, да? Да. Топор у меня сломался чутка раньше. Так, громила, замедлись. Пойдемте смотреть, что есть в капе и в байке, если он тут вообще есть. По-моему, тут его нету, да. Вот такой вот лут мы вынесли за одну сишку. Смотрите сами, надо оно вам или нет. А на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.